Всем привет! Великолепный челлендж от дочери и внучки. Все подготавливаем тщательно, завешиваем, отмеряем, все ингредиенты соединяем, украшения перемешиваем. И вуаля! Прекраснейшие кейки от профессионала. Передача опыта от дочери и внучки. Шедевр! Все в тематике щелкунчика. Прекрасные кейки, прекрасные мастерицы, кулинарки, кондитеры. А мы наслаждаемся и собираемся на балет «Щелкунчик». Всех этих героев увидим воочию. На балет! Вот такую сказочную, завораживающую, милую красоту приготовили мои девочки. Я собираюсь показать все видео, чтобы создать настроение для похода на «Щелкунчик», знаменитый балет Чайковского. Начинается волшебство полного приготовления, отмеряет Тая. Все ингредиенты, муку, сахар, масло, кунилин. Приготовили украшения, формочки. В наборе есть фигурки из балета «Щелкунчик» и корзиночки бумажные. Будем вставлять их в форму. Все точно по рецепту. Рецепт у Таи перед глазами. Сливочное масло, ванильная эссенция, кислое молоко или йогурт, крем-чист для крема, лимонный сок натуральный, сода кондитерская. Вот рецепт. Если надо перевести, я переведу. Пишите в комментариях. Это соль, четверть чайной ложки, сахар, 3, чашки, ванильная эссенция. Помните, у меня есть видео, мы делали сами. Кефир или можно простоквашу. Так, 3 яйца вместе, желток и белок. Это украшение. Мы купили Home Depot. Нет, Home Goods. Прекрасные принцессы и прекрасные танцоры из балета «Щелкунчик». Такие корзиночки такие. Вставляем их в форму, так они будут у нас кексы в этих корзиночках. Это фигурки. Затем вставляются для украшения. Очень мило, замечательно. Настроение праздника. Мы собираемся идти на балет «Щелкунчик». Видео я сделала. Смонтирую, выставлю, если хотите. Но для себя все равно сделаю. Перемешиваем сухие ингредиенты. Мука, сода, сахар, масло. Размягчаем и взбиваем до однородной консистенции. Тая все делает под чутким руководством. В июле она оканчивала курсы кондитеров специальные в Америке. Ванильная эссенция, лимонный сок и постепенно сухую смесь добавляете, сахар и йогурт. Можно греческий йогурт, можно простоквашу, можно кефир сладкий. И постепенно перемешиваете. Все соединяете, это лимонный сок. Получилась масса для кексов. Мерной ложкой, у нас такая форма для мороженого, выкладываете 1/3 формочки бумажной, потому что они будут подниматься. Ты моя куколка. Такая хорошая ученица. Так, Брайан проверяет, чем девчонки занимаются. Он счастлив, потому что по дому распространяются прекрасные запахи домашней
выпечки. Это божественный запах. Бомба домашнего уюта. Никогда не оставляйте остатки в тесте, не выбрасывайте их, обязательно используйте. Так, духовка у нас готова. Кейки пошли. Это как раз рецепт на 12 кейков. Ставим время. 22 минуты. Мы немножечко меньше пекли. Они быстро испеклись, маленькие. Это крем. Значит, йогурт, чизкейк, крем-чиз, мягкий сыр и сахарная пудра. Все это взбиваете в однородную массу на кремообразного состояния, чтобы получился такой сырный крем. Немножко добавляете жидкий йогурт, сливки. Даже это не сливки, а не очень жирные сливки. Наш смесь молока и сливок. Духовки. Здесь продаются в магазинах. Кстати, очень быстро испеклись, минут, наверное, за 12-15. Мы еще постояли. Взбиваем крем. Хочется немножко пошалить. Вот. Консистенция кремообразная. До пиков называется, чтобы пики стояли, когда поднимаете кондитерские конверты, кулечки. Разные насадки делаем в них. А крем разделили на 4 емкости и будем их окрашивать красителями. Проверили. Кексы готовы. У нас будет лавандовый крем, лимонный, клубничный и белый ванильный. Туда добавили эссенцию. Ой, крем, это такая вкуснятина. Тщательно размешиваем, чтобы не было крупинок. А, кстати, красный, это сахарная такая драже, серебристая, перламутровая, золотистая для посыпки. Остатки, так, крем помещаем в холодильник на несколько минут. Ненадолго, потому что крем быстро застывает, сыр. Так, кексы готовы. Вынимаем их из духовки. Обратите внимание на полотенце. Так, достаем их из формы. Они в красивых корзиночках бумажных, тоже по тематике щелкунчика. Даже жалко выбрасывать. Такие нарядные, яркие. Так, 12 штук получилось. Горячее все, аккуратно. Все, пусть немножечко остынут. Мы даже их вынесли на улицу. Достаем крем. Сейчас будем декорировать. Тая, великолепная помощница и ученица. Начинается священнодействие. Оформляем сырным кремом. Клубничным, лимонным, Паша, может, ему надо раз, два, ну я же для съемки про поклала, ты все. Тогда не будешь ура, ты даже на съемке ура. Лавандовым, с ароматом лаванды и ванильным. С ароматом ванили. Решили добавить немножко цвета. А крем изумительный на вкус. Все очень нежные. Добавляем перламутровые дрожжи сахарные и делаем посыпку из дрожжи золотистого цвета. Юля внимательно следит,
Что делает Таисия? Ой, как красиво. Просто сиреневое наслаждение. Ну, Тай добавляет фигурки из балета «Щелкунчик». Феи дрожи, орликины, принцы, принцессы, крысиный король. Все такое нежное. Сахарное дрожжено теперь красиво установить на блюдо. Напишите, вы готовите с детьми домашнюю выпечку. Скоро будем делать еще рождественские печенья. Время наслаждения. Время с семьей, моими любимыми девочками. Волшебная предрождественская пора. Начинайте радоваться. Или не стоит. Ой, любимые балерины. Фигурки такие яркие, интересные. Довольная. Замечательно, ей нравится. С удовольствием всегда принимает участие в готовке. Сама придумывает. Ищет рецепты и с удовольствием готовит. Всем-всем пока. Пишите комментарии. Зажигаем свечи. Накрываем стол к чаепитию. Предвкушаем. Заварили свежий чай. Еще пар идет. Горячий чай с домашними кексами. О, как вкусно. Я еще добавила молока.